Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Голден, и это 5 ночи с Фрогги, 2 сказки стали ужасом. Наконец-то, я решил сделать этот видео в честь Хэллоуина. Конечно, он 31 числа, но я решил сегодня записать. В общем, я пока без записи проходил, я открыл весь справочник, все данные о персонажах. Все концовки открыл и прошел седьмую ночь на 13 на 20. Все на 20. Это мобильная версия, она очень легко прошлась. Я с первой попытки прошел седьмую ночь. Давайте посмотрим справочник прежде всего. Бертин. Это когда мы еще неизвестные были. Осипову и остальным. Бертин прибыл в Прагу издалека и сразу же устроился охраной в Королевский театр. График работы ночной. Начало в 12 часов ночи, конец в 6 утра. В остальное время в театре приходят работы, ночная охрана не требуется. Неразговорчив, но решителен и практически невозмутим. Заместитель Осипов. Является заместителем директора Королевского театра. Ему было поручено нанимать и инструктировать охрану. Все его зовут просто заместителем Осиповым, а не Александром, отчего он и сам начал себя так называть. Любит поговорить по душам и что-нибудь рассказывать. Но сам он порой остроговат и не до конца уважает незнакомых людей. Полиция Праги. Работает быстро и оперативно. Вам явно не повезет с ней, если вы окажетесь преступником. Пожарная Праги. Всегда высылает пожарных вовремя, пожарная часть, но только если не отменить пожарную тревогу. Отмененные тревоги, как правило, считаются ложными, а потому из-за них выписываются штрафы. Сами пожарные работают отлично, они всегда смогут пробраться из самой горячей точки здания. Отвертка, но тут я не буду ничего комментировать, мы ею закручиваем. Вентиляцию может пригодиться для закручивания винтов и вентиляционной решетки. Не так проста, как может оказаться на первый взгляд. Музыкальная шкатулка. Мы ею прогоняем гномов в основной сюжетной кампании, а не в испытании. В последнее время ее звучание уже успело надоесть бедным детям и всей королевской семье и гномам. Плюшевые Фрогги приходят, ну, следуя из ранних версий справочника, которая, эта плюшевая скотина приходит через дверь, где мы изначально появляемся в комнате. Следует через комнату, укорачивая путь по одной из вентиляции, добирается до кабинета охраны через входную дверь. Не проверяет другие комнаты, помимо комнаты с дверью, поэтому от него можно спрятаться по соседних комнатах. Коти, как и Чебурашка с плюшевым Крока, лазит по вентиляциям, но поэтому надо закручивать вентиляцию, очевидно. Начинает стучать по решетке вентиляции, как и плюшевый Крока с Чебурашкой, чтобы ослабить винты, снять решетку и выбраться. Крока плюшевый, то же самое, что и Коти с Чебурашкой делает. Чебурашка, как и Крока с Коти, вентиляция. Драка, вот он настоящая скотина. Надо удерживать дверь, через которую могут войти Фрогги, Китти, Кроко, гномы и плюшевые Фрогги. Так что нужно быть осторожным предельно.
Могучий дракон мне за все время не появился, поэтому я ничего комментировать тут не буду. Вызывает недоверие со стороны Бертина. Хотя он не появился за всю игру. Правда, один раз все-таки напугал. Фроги, как и прошлая часть, первая, не различает людей в темноте, так что он слепой. Китти и Крока хорошо видят в темноте, так что придется включать свет. Гномы? Надо освободить музыкальную шкатулку, чтобы их прогнать. Они уж после первой части начали пытаться данной музыки, что выходит из шкатулки. Золотой Фроги, как и призрак Лоренси и Софии II, дочери короля Фрогальда, у меня они отключены, не появляются, потому что у меня включен этот бонус, особенность, которая не позволяет мне видеть их, призраков. А именно, мне не позволяет их увидеть чистый разум, способность. Так что вот, четырьмя, как минимум, как точно, противниками меньше на седьмой ночи. Лоренси, он может появиться перед подключением электрощитка или еще чего. София, непонятно, почему она вернулась вот в виде призрака. Но она тоже не появляется из-за чистого разума, как и Лоренси с золотым Фроги. Предстает в виде трех силуэтов, настоящий и самый яркий. Появляется только в темноте, но нападает при свете. То есть нельзя иметь свет включенным, если она будет пытаться появиться. Вот это Бертин, когда он был раньше. Прошлое было раскрыто, он оказался одним из вандалов, участником вандальных побегов. Неизвестно, где он был все годы, но что-то заставило его вернуться назад. И ему необходимо было выяснить некоторые вещи, связанные с королевством. И кажется, он имел какие-то связи с Фрогальдом II. Философ. Единственное, когда он появляется, чтобы его разблокировать, надо пройти седьмую ночь 13/20. Живет в королевском дворце уже много лет. Фрогальд его пожалел и решил помочь с игрушками. После рейда вандалов остался жить во дворце. Только бы его оставили в покое. Фрогальд первый, о нем здесь только упоминается. И плюс он может появиться в виде галлюцинаций. За него мы сможем, к сожалению, поиграть только в четвертой части, которая является приквелом ко всей серии «Пять ночей с Фроги». Богатый господин, который, следуя традициям своих поколений, живет как король. Является отцом Фрогальда II, жил в старом замке, имел жену Маргарет. У него было слабое сердце, но это было понятно по демке четвертой части, и плохая память. Кажется, это не раз сыграло с ним злую шутку. И, наконец, сам Фрогальд II. Такой же, как и отец, богатый человек, который живет по-королевски. Вся семья жила в новом королевском дворце и не знала горя, пока не начались самые худшие вещи. Например, потеря дочери Софии II и вандализм, угрозы, и еще смерть Лоренси. В итоге я распустил слуг, отправил семью на курорт, закрыл дворец и поспешил вскоре покинуть Прагу, пытаясь убежать от судьбы. На этом статья заканчивается, ребята. Но я сейчас надеюсь, вам понравился данный справочник. Я сейчас ненадолго отключусь и продолжим обсуждать.
заодно пройду 13 на 20. Покажу вам, как в мобильной версии она, насколько она очень легкая в 13 на 2 в мобильной версии, благодаря бонусам. Так, ребят, я вернулся. Сейчас мы продолжим обсуждать 5 ночи с Фроги 2. Сказки стали ужасом. Сейчас я не покажу 13 на 20, а покажу все концовки. Бесконечную ночь мне нужно будет, кстати, пройти испытание 15 минут продержаться, чтобы получить одно достижение в плей-играх. А испытания, как ни странно, несмотря на то, что я прошел всю игру, не открыты все. Видимо, надо пройти какое-то определенное, чтобы открыть следующее. Например, приготовь молот. Если я, скорее всего, его пройду, откроется следующее испытание. Но я пока их не буду проходить, а покажу концовки. И если захотите, я покажу все вот эти сцены из прошлого. Полностью. Безо всяких там прошлые разы они были показаны только во время прохождения моего. А здесь они только короче, вы поняли меня. Концовки. Оказывается, они известны как внезапный арест. То есть, если мы на шестой ночи ответим Осипову, что мы сделали с этим Антонио, тут не имеет значения. Он сразу вызовет полицию. Арест, ну тут понятно. Это если мы седьмую ночь пройдем. Дальше надо чтобы получить следующие две концовки, надо было пройти 13 на 20. Все зависит от того, какой выбор мы сделали. А чтобы открыть последние две концовки, покидание навсегда и глупость Бертина, надо пройти не 13 на 20. То есть любой, по-любому пройти, но при этом и, извините, получим определенную концовку. Внезапный арест, погнали. Кстати, у меня интересный факт появился. Когда я вот это вот вы не отключил эту сигнализацию, вы пришли эти пожарные, я выбрал внезапный арест, и вместо полицейских пришли именно пожарные. Просто как будто сломали дверь, и все, игра закончилась. Это был внезапный арест. Теперь арест. Ну все, Бертин. Теперь ты не сможешь уйти. Берите его, ребята. Stop right there! Дальше. Прерванный арест. Когда мы прошли 13 на 20. Вот за то, что случилось вот здесь, вот после такой концовки, в любом виде, я ненавижу философа всей душой. Так и хочется снести ему башку. Вот отвечу, я философ, вот так и хочу снести башку. Но мне вот интересно, что с ним стало после третьей части, потому что третья часть же оказалась финальной, по сути. А четвертая не считается, она приквел ко всей серии. То есть, получается, ну тут какой-то бред. Может быть, философ умер после третьей части, что-то там произошло или еще чего, но это только мое мнение, ничего больше. Новости и объявления. Произошло снова. Скачный дворец снова был взорван спустя 3 года.
В 2004 он же восстановился, но сейчас 7-й, и вновь он был взорван. Прага сожалеет о повторной судьбе. Мэр все еще не может решить, нужно ли снова восстановить дворец или же оставить это место в покое навсегда. На их бы месте я бы оставил место в покое все-таки, потому что это, ну извините, проклятые игрушки и все такое прочее. Ох, философ. Господи, как я его ненавижу. Он оживил эти игрушки с помощью той книги, которую мы можем получить в находках. Кстати, слышите? Это ремикс оригинальной музыки, который мы слушаем, когда входим в игру только. И он мне нравится, этот ремикс. Ладно, идем дальше по концовкам. Конец дворца. То, по сути, это то же самое, что и прерванный арест, но только мы все время молчали, начиная с 6-й и заканчивая 7-й ночью. Вот нафига вообще Бертин там остался и подох? Он мог же попытаться сбежать из этого театра, извините. Но нет, мы остались. Бертин остался внутри. Видимо, пожалел о том, что раньше был вандалом и решил за свои огрехи помереть. Блин. И самое... Вот сейчас я смотрю на газету, она одно и то же показывает, простите меня. Хотя самое интересное, что во время прерванного ареста, ну, там же Шумер, помимо Беркина, вот этот Осипов заместили вместе с полицейскими. Так почему, извините, их не упомянули, а только Беркина или кого там, философа? Потому что, по найденным данным, из уцелевшего Северного крыла дворца человека звали Доминик Саркиста, философ. А, ну да, это упоминается, про голову была разбита, да сколько зданий, все такое. Это про Бертина, но вот, когда прерванный арест, там не упоминается Осипов и полицейские, самое интересное. Ой, господи. Идем дальше по концовкам, их две осталось. Покидание навсегда, глупость Бертина. Покидание. Вы ушли. На этот раз навсегда. А вот раньше, вот до вот этого обновления, на 6-ю ночь, когда мы ее пройдем, мы могли получить вот такое же, только вы ушли, но решили вернуться. Я до сих пор помню такое. Не, ну глобальное обновление мне очень сильно нравится, если честно.
И, наконец, глупость Беркина. То есть мы должны умереть от игрушек. И да, на 27-й камере, мастерской, камера не работает здесь, когда мы вот выбираем остаться. Когда получаем концовку. Вот все камеры, кроме 27-й мастерской, не работают. Вам лучше все же уйти. Вот так-то. И теперь мы получаем концовку со убитым Бертином. О, боже. Вот это все концовки, господа. Что касается все на 20, они... Это ночь на телефонах. Очень легко проходит, в отличие от компьютеров. Потому что в компьютерной версии нету бонусов, как здесь. Ну, там того же чистого разума, ускорение ночи. В общем, весело. Ничего не скажешь. Ладно, ребят, я пока что думаю, с меня хватит, что вот этих вот концовок и справочников вполне хватит. Всем пока и удачи. Если вы действительно хотите 13 на 20 увидеть, как я прохожу, то пишите в комментариях, хотите вы этого или нет. И сцены прошлого я полностью вам покажу, если хотите еще раз их увидеть. Они очень сильно обновились, в отличие от старой версии. Так что можете смело писать в комментариях, что вы хотите увидеть прежде всего, испытание или ночь максимальную, или сцены из прошлого.